Этим старательным крохам из студии современного танца Dance Zone нужно еще очень много работать, чтобы потом, когда-нибудь, в их жизни прогремели первые аплодисменты восторженных зрителей и прозвучала первая похвала от строгого жюри. Ребята постарше уже знают, ради чего стоит беспощадно тянуть непослушные мышцы и повторять одно и то же упражнение бесчисленное количество раз. Впереди еще столько ярких выступлений и конкурсов. Ближайший, третий всероссийский фестиваль хореографического искусства «Танцевальный перекресток Росатома» ждет зареченских танцоров уже в эти выходные, 21 и 22 ноября. Нам нравится этот фестиваль, потому что на него всегда съезжается огромное количество участников. Иногда даже международный фестиваль оказывается ниже уровнем и по количеству. Здесь очень достойные жюри. Участники тоже очень достойные, всегда есть конкуренты, и это очень интересно. Это большой адреналин, ты когда выходишь на сцену, эти зрители, они на тебя все смотрят, и это очень здорово. Есть к чему стремиться, если ты плохо станцевал, то ты потом знаешь, над чем нужно работать. На фестивале Dance Zone покажет несколько старых номеров и новую постановку «Зебра», с которой уже успел завоевать лауреатство на международном конкурсе в Пензе. Ребята вместе с руководителем постарались учесть все замечания жюри и теперь... Готовы на все 100, эмоционально и физически. Думаем, у нас все получится. Надеются на победу и маленькие звездочки из коллектива «Искры Шоу». На фестивале в Заречном они выступят впервые, поэтому очень волнуются и занятия не пропускают. Спасибо детям, очень ответственно подходят к репетициям, стараются, с пониманием относятся и родителям, спасибо. Каждый день трудом и потом готовимся, чтобы был результат на конкурсе. Как думаете, как выступите, какое место займете? Ну, думаем, хорошо, настраиваемся. Но лучше бы первое. А готовы для первого места? Да, готовы. И в этом практически нет сомнений, потому что искорки знают, что им нужно для победы. Выступить хорошо, улыбаться, чтобы все получилось, надеяться, верить. Ольга Орлова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».